Крошка Антошка ТВ представляет. Посмотри, это желейные малыши-кругляши. Какие смешные. И вот они снова на волшебной фабрике, где делают сюрпризы. Для начала возьмем красный. Залетаем на фабрику. Угадай, что это будет за сюрприз? Ничего себе, красное яблоко! Яблоко! Замечательный фрукт! Играем дальше! У нас еще 4 желейных малыша-кругляша. Возьмем фиолетовый. Полетели! Что мы увидим на этот раз? Фиолетовый виноград! Виноград! Какой веселый! Продолжаем наши сюрпризные превращения, ведь это так интересно! А теперь зеленый! Покрутились? Отлично! И превращаемся в зеленую грушу! Груша? Чем это она удивлена? Тебе нравится наша игра? Мы продолжаем и выбираем желтый. А ну-ка поглядим, что за фрукт у нас получится. Желтый лимон. Какой-то кислый вид у нашего лимона. Лимон. Ребята, лимон не должен грустить. Он же очень полезный, правда? А теперь синий желейный кругляш. Какой веселый попрыгунчик. Ну что, лети на волшебный завод. Посмотрим, что из тебя получится. Это синяя слива. Слива. Волшебная фабрика закрывается. Груша, яблоко, виноград, лимон, слива. Ну что ж, детки, счастливо! Не забывайте чаще кушать фрукты. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.